Друзья, всем привет! Хочу вам показать, какой гузырь. Помните, как он маленький был? Он ходил тут. А тут уже, глядите, как провисает. О, а мы заодно и проснулись. Привет! Целый день проспал здесь. Привет, Кисюня! Вот так. Скоро гулять пойдем. Собаку увидел. Кися. Такой чудной. Так, мы еще не умывались. Проснулись и не помывались. Значит, батька надо, чтобы глаза почистил. Ох и морда. Он какой такой молодой взрослый кот стал. Оп так. И лапищей бум. Знатное лапище. Ты не вывались из лежанки своей. Из гамачка. И так, и сяк. Вот так мы тут лежим. Ой, такое. Рудник. Как копилочка. Мордочку в порядок привел. Только что вычесывался. И балдеем. Умора. Да, как он близко. Такой прикольный кот. Класс. Мякусенький. Надо будет его взвесить. Сколько он весит. Сколько он веса набрал. По сравнению с теми, что был, когда мы его забрали, 360 грамм, по-моему. Сейчас, я так думаю, уже немножко побольше. Чего там? Он сверху на собаки насмотрит. Кто там? Друг твой? Ладно, отдыхай. Вон, друзья, видите, что значит осень? Пуня? Это пуня. Весь день на диване. Ого! Смотрите, какие у него клыки. С ума сойти. Ну, это понятное дело. Откуда коты валяются? Коты, господи, мыши валяются. По огороду. Пуня. Балдеет. Харе спать, пошли гулять. Не. Спит. Ну ладно, друг мой. Спи. И тебе не стыдно у котов вот еду воровать, а? Как так можно? Я ж тебя покормил. А ты зашел у котов, еду съел. Ты будешь что-то делать? Нет. Ну ладно. Не воруй еду у котов. Ладно, идем гулять. Что? Засранец. Думаю, где ж мой кот маленький? Вот он. Маленький большой кот. Рудик. Ну-ка. Сюня. Ворчит собакин на соседа. Так. Что-то увидел. Смотрите, он внимательно смотрит. Шею вытянул. Как жираф. Так. Кто у нас там? Ага. Люся. Привет. Привет. Люся сегодня весь день. Весь день тоже на диване. Но не стал снимать. Она так чутко спит. Наверное, уже возрастное чуть-чуть. Ты куда полез? Смотрите, как через ветки, как я не знаю, как
Червяк какой-то прополз. Рудынчик. Оп, по шее. И справились. Собакин тут развел все это дело. Ладно, о, ямку роет. Пойдем, друзья, пройдемся на берег. Ух, яблоки красивые. Рудик. Ах ты, морда рыжая. Че ты перевернулся на спину? Чтобы меня погрызть. И сразу так делает. Утюг, утюг. Никто не играется с тобой. Ну почти. Убегает от тебя коты, Рудик. Ну ладно, найди себе занятие какое-нибудь. О, жучки какие-то там, паучки. Вот такие уже красавцы подросли немножко. Ну, будем следить. С 18 августа семена посадили. Рыжий здесь. Рудик. Все интересно, все лазит, смотрит. Знаете, как бабулька приходит к доктору, говорит: ой, сыночек, ой, так ноги болят. Он говорит: ну, что я вам скажу, я бы вам рекомендовал поменьше ходить по ступенькам. Вот недели через две, вот сократите время нахождения, хождения по ступенькам, а, говорит, через недельку пройдете, через две мы вас посмотрим. Вот приходит бабулька через пару недель, доктор говорит: о, вот, результат налицо, молодец, можете постепенно опять ходить по ступенькам. Фу, бабулька, фу, слава богу, сынулик. Я, говорит, уже замучилась, говорит, пошли по водосточной трубе домой лазить. Вот такое бывает. Ох, и вкусная водица. Легенький-легенький свежий ветерок. Смотрите, какой красивый закат. Просто обалдеть. Супер. Вот такое красивое небо. Обалдеть. Ладно, друзья мои, пойдем мы рыжего покормим, хотя он ест все время. Сидишь в доме, лежишь там на диване, слышишь, тишина такая, звуки происходят. Захожу на кухню, а кто? Рудик кушает. Пойдем заберем рыжего по пути. Всем, друзья мои, огромное всем спасибо. Всем мирной тихой ночи, тихого вечера. Всем всего самого-самого наилучшего. Остаемся на связи, друзья. Всем пока.